Несколько лет назад, весной, когда уже наступило тепло, у одной из нор попались лисьи следы. В срочном порядке установлена фотоловушка. Первые же кадры показали, что у норы надолго задерживается взрослая лиса. В предыдущие годы наблюдения за этой норой показали, что лисы иногда приходили, но не так часто, даже однажды пришел барсук. Они просто проверяли в нору и надолго там не задерживались. В этот раз это было совсем не так. Лисица находилась долгое время у норы. Такое поведение натолкнуло на мысль, что эта нора, в конце концов, порадует меня лисятами. Фотоловушка фиксировала поведение лисиц не только в светлое время, но и в темное. Однако для этого ролика собраны кадры в светлое время суток. Они мне показались более интересными и эффектными. В темное время суток фиксировались, но здесь кадров таких нету. Иногда лиса заглядывала в нору, даже в нее заходила и через некоторое время покидала ее. Однажды две лисы затеяли у норы короткую перепалку. Как-то пришла лисица и с добычей в зубах спустилась в нору. В другой раз лисица несла добычу, зашла с нею в нору, но затем покинула ее с этой же добычей. Дело в том, что в этом месте несколько отнорков выходят на поверхность, а внутри они соединяются. Ловушка стоит у одного отнорка, а у других отнорков ловушек нет. Лисицы, возможно, пользовались другими отнорками, но эта ловушка их не зафиксировала. В следующий раз взрослый зверь промелькнул у норы, а за ним побежал крошечный лисенок. Вот ради этого и была установлена ловушка. Она показала, что тут живет лисье семейство. Всего было 5 маленьких лисят. Лисица-мама позволяла лисятам сосать молоко, а потом они сытые, весело играли у норы.
В этом ролике собраны кадры, снятые исключительно фотоловушкой. В дальнейшем такие наблюдения позволили снимать лисят вживую, что будет показано в следующих сериях.